Дорогие друзья, хочу напомнить, что лето еще не кончилось. И сейчас сезон трав. В августе будут травы осенние, там пижма, полынь и так далее. Но сейчас еще пока что середина лета. Можно собирать травы почти 80% трав, которые растут в нашей средней полосе Подмосковья, они безопасны для человека. Более того, они приносят большую пользу. Если вот наклониться, посмотреть. У нас вот есть сразу прямо на поле. Вот у нас мать и мачеха. Мать и мачеха, вот листочки. Она очень хорошее средство от кашля. Она, если сухой, жесткий кашель, она смягчает и снимает воспаление. Она содержит вещества, похожие на аспирин. То есть температура, кашель, простуда, все, что связано с легкими, это мать и мачеха. И лучше сочетать. Чтобы мать и мачеха легче проникала в легкие, лучше сочетать ее с полевым хвощом. Полевой хвощ – это кремний, а легкие используют кремний, легкие, ну, как бы работают на кремнии, можно сказать. Поэтому мать и мачеха плюс кремний – вот вам, пожалуйста, первый такой самый простой сбор легочный. Если мы здесь оглядимся, что здесь еще есть? Здесь есть вот у нас иван-чай. Я не буду его срывать, такой красивенький. У меня иван-чай уже заготовлен в этом году. Вот, но вы можете заготавливать. Как его ферментировать? Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я рассказал о ферментации иван-чая, я расскажу. Ну, а если нет, в интернете полно рецептов ферментации иван-чая, потому что его лучше пить именно ферментированным. Иван-чай не ферментированный, он... обладает очень сильными вяжущими свойствами, и от желудка хорошо, а от всего остального, ну, будет немножко вам некомфортно, вы себя будете чувствовать. Поэтому иван-чай лучше, я рекомендую употреблять ферментированным. Всем здоровья, друзья! Счастья! Собирайте травы, не ходите по врачам!